Последний прогон закончился. Что вы думаете? Последний прогон закончился. Ваши ощущения? Вы будете скучать? Нет. Я тоже не буду скучать. Забудем навсегда, как страшный сон. Всем спасибо, с вами были на связи ГМЛЭ. Это Арина до того, как встала в 5 утра. Бодра сил, энергии и молодости. Мне хорошо, мне супер. Арина с утра. Я не спала. Мы смотрим Винни-Пуха на чеченском. Ваши ощущения. Ну что тут можно сказать? Кать. Скажи что-нибудь на дарамском. Татарском? На дарамском. Дарамском? Вэ? Чуга! Что-то на татарском, я не понимаю, что она была. Ты татарка, ты должна понимать. Росздрав не запретит. Я не спала. Кис-кис! Кис-кис! Че здесь? Ты и ты, и я, и все. Все. Вон там идет арава наша. Наконец-то! Наконец-то! Мы вам не места заняли. Алина. Как вам приключение? На 5 минут вошел и вышел. А вон там Алина, которая заставила поволноваться всех. Да вот так вот. И вот эти тут сидят. До встречи в Москве. Аника. Мы находимся за кулисами нашего фестиваля, где каждый участник сможет прихорошиться, и все будет хорошо. Зеркальце покажи наравне со своим лицом. А теперь свое лицо. Мне кажется, похож. Привет! Вы в моем бьюти-блоге, девочки. Вот так вот наносим тональный крем. Растушевываем его. Растушевываем. Букву О делаем. Ртом. Ха-ха-ха тоже не забываем. Хихоньки, какахоньки. Кто на лавочке сидел? Кто на улицу глядел? Толя пел, Борис молчал, Николай ногой качал. Не понимаю, я своего рода гений, вообще-то. Ну, все своего рода гений, да? Гений в ничем. Ты не говна, я удобрение. Порвем танцпол. Ясур. Ну, не только нарисованная. Она просто разбита. Это самый милый и блестящий Минги. Рекламное лицо ГМЛ. Блин, он не видно. Модельное лицо ГМЛ. Да. Самый сложный хореограф. Звезда. Да, кстати, Арина. Вы мне вообще не даете ничего делать. Ты сломаешь, не дай бог. А что тут сказать? Мы уже ебали. Мы вообще-то уже приехали, а вот они не в курсе. Вот это что-нибудь это. Вот звезда, вот звезды. Какие звезды? Как ваши ощущения? Мы уже приехали покорять Москву. Как ваши дела? Наши дела хорошо, настроение каково? О, все такого мнения, все без исключения. Согласен, дышите. По всем углам. Москва, GML покоряют столицу. Приехали. Место уже у нас. Желтая машина. Желтая машина. Инструкция, как пополнять тройку, для тех, кто не знает, потому что мы тоже не знали. Очень грустная дама. Ну, все тут грустные. Нет, вот это вот веселая. Вы матывались целый час. Вымотались. И теперь веселые. Мы всех порвем! ГМЛ в поисках нужной улицы. Куда идти? Спасите. Я не слышу ваших
Лап. Планета КВН. Приехали. Там главное. Главное. А теперь посмотрите, сколько желтых машин. Не бей, пожалуйста. Фирменное движение. Девочки, фирменное движение. Здравствуйте, сегодня мы находимся с нашими юными победителями, которые сегодня выиграют. Вот они двое стоят, значит, слева Катрин, справа Ариночка. Это мой микрофон. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Ну, смотрите меня, камеру не смотрите. Ага. Ответьте на пару вопросов. Да, хорошо. Кто вы с победителями? Вы. Это неимоверный опыт для меня, наверное. Это было приложено столько усилий. Вот, нанервничаясь, много потратила сил. Спасибо большое для вас. А вы спали сегодня? Нет. А вы? Нет. А что вы планируете делать после победы? Спать. Спать. А еще? Спать. И есть. Спать и есть. Ника. Кого мы ищем? Мусорку. Мусорку. Туда, да? А, понятно. У меня вторая рука занята, поэтому приходится пользоваться носом. Всем пока. Домой. Мы находимся в НИИ. Смотрите, я делаю. Ладно. На этом наша красная дорожка заходит. Да, все, тут какая-то серая. Страшно, очень страшно. Очень мы страшно. Мы знаем, что это такое, но мы не знаем, что это такое. We go hard till we get out of the star. Only winning, winning, yeah. А что? Я хочу посмотреть, спасибо. Пошли туда походим, кстати. О. А что мы, кстати, делать-то будем? Берёте плюсики. Надо посмотреть и разве ну, там что-то интересное. Вот все, это наша команда. Это пришли в культурное заведение. А вот это пошла тема. Мы рисовали вот такое, очень похожее, в школе. Прям реально отвечаю. Ты не понимаешь, потолок ничего такой. Дворец культуры. Большой зрительный зал, балкон. Ну ничего такое, ничего. Пойдет. Сразу. И Боба. Самчик. Вот тебя пожалеют. Вот просто. Мы пытаемся узнать, куда встать на прогулку. Ощущения, девочки. Страшно, очень страшно. Очко. Вот так же. Очень непонятно. Нам нужно так встать, чтобы говорить. Я даже есть чувство, я не ощущаю эту сцену. Очень страшно. Что там происходит? Там происходит что-то очень страшное. Шарики. Хватит шарика в этом. А Вано, 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 это где Пеннивайз? А вот он. Вот и Пеннивайз. А не знаем. Они косплееры? Нет, это нет. Танцоры? Танцоры. Или нет? Ансер? Не думаю. Там же еще Ансер есть. Да, да, да. Надо центр выбрать. Где центр будет? Кажется, центр это... Вот, это мы. Там не, типа не, не. Нету прям колонки по центру ровно. Сейчас прочекаю. Подожди, да вот проем между... А вон наши девочки. Ну, мы же не видим. Я прочекаю. Поняла? Да. Леся про это и пыталась там всем рассказать. Вот тебе объявят Линда. Ты сразу можешь... Саундчек. Пацан! Пацан огонь!
помексите, давайте. И припев вообще неудобно, типа, танцевать. Я тоже припев. Я пыталась сделать нормально. В этом белом зале я долетала. Доскальзывала, когда вы проявились, сейчас. Meanwhile. Осталось 20 минут. Сидим, очкуем. Вот оно было вот таким, а сейчас оно вот такое. Здесь происходит самая важная часть — подготовка к номерам. Мы, как самые ответственные люди в этом мире, GML, подписывайтесь на наш канал, на наш паблик. Пожелайте нам удачи. Страшно. Очень боимся. Очень страшно. У меня трясутся руки. А, это что, мы уже? Кто мне будет на тебя ругаться? Все. Какие вы? Господи, а можно Это остатки. И мы уставшие. И мы счастливы.